Юки, подожди! Что? Я снова в своей комнате? Кей! Кей, ответь! Канаде! Ты в порядке? Кей, ты здесь? Скажи хоть что-нибудь! Ребята, это вы? Кей! Ох, как же я рада! Фу! Похоже, мы все вернулись целыми и невредимыми. Это успокаивает. Что вообще с нами произошло? Как только Мику коснулась меня, я оказалась в своей комнате. И что это было за место, тот Сикай? Мику и Юки вели себя так странно. Будьте честны, Кей, Энанан и Амия, вы хотите исчезнуть больше, чем кто-либо другой. Серьезно? Что с Юки не так? Она скрывала, что она Оун, и смеялась над нами за нашими спинами? Чувствую себя полной дурой из-за того, что говорила о том, какая она крутая. Ну, мы ведь не знаем наверняка, делали на это со злым умыслом. Но все же... Юки совсем не такая, какой я себе ее представляла. Наверное, никогда не узнаешь, какой человек на самом деле, общаясь только по голосовому чату, да? Не вижу в этом ничего смешного. Так, что нам теперь делать? После этого не думаю, что Юки вернется. Я была недостаточно хороша. А? Ты что-то сказала, Кей? Ничего. Наверное, стоит на сегодня закончить. Думаю, все мы немного вымотались. О Юки и о том, что будем делать дальше, поговорим завтра. Не вижу смысла говорить о ней после случившегося. Она явно сказала, что хочет работать одна. Не похоже, что она хочет вернуться. Если она может писать такие песни в одиночку, то... Давайте обсудим это потом, когда все немного отдохнут. До завтра! Кей, когда я в первый раз услышала твои песни, то почувствовала, что они могут спасти меня. Но этого недостаточно. Я не смогла ничего найти. Извини, я тоже пойду. Я не видела причин говорить вам об этом. Вот и не сказала. В конце концов, я никогда не разговаривала с вами ни от лица Юки. Что с ней такое? Теперь, когда она может писать такие песни одна, ей просто наплевать на нас, обычных людей, так? Она получает 200 тысяч просмотров в одиночку и думает, что больше не нуждается в нас. Она казалась нежной и деликатной, но в то же время немного грустной. Я считаю, что это замечательно. Честно? Да. Мне действительно нравится твое искусство. Спасибо, Юки. Как она смеет вот так смеяться надо мной? Она... Она никогда не восхищалась моими рисунками. Я ей покажу. Я буду рисовать, пока не стану популярнее ее. Я обязательно отплачу ей за то, что она выставила меня глупой. Это ужасно. Черновик выглядел хорошо, но теперь кажется, что с перспективой что-то не так. Я просто не могу это исправить. Это недостаточно хорошо. Что бы я ни делала... Эна, ты еще не спишь?
Что ты делаешь? Думаешь, можно вламываться в мою комнату, когда тебе вздумается, папа? Я просто думал, что ты заснул с включенным светом. Чем ты занимаешься так поздно? Снова рисуешь? А что, если так? Тебе неприятно, что твоя бездарная дочь рисует? Да, гениальный художник. Нет, делай, что хочешь. Рисовать может каждый. Никто не говорил, что для этого нужен талант. Просто уйди! Почему же? Почему все эти люди с талантом думают, что могут меня унижать? Они выставляют меня полной дурой. Ой, Энна, на дворе ночь. Успокойся, ладно? Это снова из-за папы? Заткнись! Это не имеет к тебе никакого отношения, Акито. Убирайся! Да, хорошо. Но тебе бы тоже лучше помолчать. Рисуй сколько хочешь, но тебе также нужен сон. Я должна продолжать рисовать. Я должна. Если я буду рисовать, то даже я смогу. Даже я смогу. Смогу ли я? Смогу ли я на самом деле создать что-то такое же хорошее? Я. Хэштеги. Неважно. Напишу любые. Люди уже комментируют. Так легко привлечь внимание людей? Но кому это вообще нужно? Почему я не могу? Мне нужно рисовать, но я просто... Почему все должно быть вот так? Вы хотите исчезнуть больше, чем кто-либо другой. Она... права. Я просто хочу исчезнуть навсегда. Почему же так кто понимает меня? Это именно она.